Всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Кефирчик ТВ, и сегодня мы посмотрим на такой мод, как Татра 815S3. Данный мод я загрузил из мастерской SpinTire в Steam. Итак, что можно сразу сказать? Вот у нас есть вентилятор, который имеет анимацию вращения. Там, кстати, по-моему, вот не затекстурено внутри. Крышка на баке тоже не затекстурена. Ну и вот тут я тоже так понимаю, все-таки не затекстурена моделька. Так, фары работают. Тут тоже все работает. Анимация брызговиков присутствует. Так, тут у нас вид от первого лица. Ну как первое? Мы как пассажир сидим, и водитель вот у нас. Проработка в салоне присутствует, но такая символическая. Полигончиков тут не хватает, конечно. Анимации руля нет, но водитель, который якобы крутит руль, у нас имеется. Автор предупредил, что он больше художник, нежели модели... Как он так сказал? Мододел. Или сейчас вот я посмотрю, как он точно написал, и вам процитирую. Нет, наоборот, он про художника не писал. Он написал, что он больше физик и машинист, нежели художник и модельер. Точнее всего, моделист. Вот так, в общем-то. Так, кардан у нас тут крутится. Ну, опять же, видно, что у нас там не затекстурено. Все-таки эта деталька. Так. Давайте посмотрим, какие у нас есть аддоны. Гараж. Так, я так понимаю, у нас тут идут стандартные аддоны. Отлично, правда, тут... Как-то странно у нас установилось все. Ну, как бы не странно, а брызговик в брызговике. И, по-моему, немножко ниже, чем нужна стоит у нас платформа. А так, мне кажется, мод должен быть вполне хорошим. Платформа лесовоза. Хорошо. Так, дальше. С экраном платформа устанавливается, отлично. Но опять же у нас идет лишний брызговик. Но я так понимаю, это будет везде, так как у нас на машине идет уже свой цистерна. Так, ну хорошо, вроде встала. Но все-таки вниз слегка она уходит, по-моему. А может и нет. Маячки стали на свои места. Хорошо. А далее гаражные части. Ну, в общем-то, под стандартным быстренько пробежимся, не будем на всем этом застрять внимание. Сцепка отлично. Ремонтные части. Так, сцепку надо. А, нет. Ну, в общем-то, там прицеп у нас для лесовоз дополнительный. Так, ну тут идет у нас с воздушной подушкой, я так понимаю, аддон. Да. Можем увидеть это. Вроде бы. Да, да, у нас с воздушной подушкой идет. Снимаем. Далее. Такой прицеп идет. Так, точка зацепа у нас там. Сейчас. Вот так, посмотрим. Он вроде хорошо цепляет. Это у нас плюс, отлично. Так. С гаражными очками прицеп. Хорошо. И вот такой прицеп тоже еще с гаражными очками, в которых содержится уже 2 очка. Ремонтные части в прицепе. Хорошо. Так, вот такой у нас еще идет.
Давайте русский поставлю на всякий случай. Не помню точно, как переводится. Так, сервисная тележка. В общем, также должно ставиться. И запасное колесо. Идет у нас второе. То есть у нас свое запасное колесо и еще какое-то неродное, которое, ну, как бы сюда не вписывается. Шоссейные колеса и уличные колеса. Ну так хотя бы как-то оно вписывается сюда. Правда, тогда вот это лишнее будет. Но давайте поставим. Пусть будет. А, так. Секундочку. Что нам надо снять? Запасное колесо снимаем и ставим автономную платформу лесовоза. Так. И загружаем короткие бревна. Отлично, все загружается. Брызговики там у нас идут. Сигнал у нас стандартный. Дифференциал полный привод включается. Отлично, в общем-то. Так, взял скриншот на прыгнишку. Анимация выхлопа также у нас присутствует. Это хорошо. Что еще можно сказать? Грязь вроде ложится. Хорошо это. Давайте его в болото загоним. Посмотрим, как он себя туда идет. Ну, если не он. Хотя, может, и он. Он грузовик. Пусть будет грузовик. Он. Так, болото. Вот куда-нибудь сюда в центр сейчас загоним. И немножко подождем, чтобы он у нас просел. И посмотрим, как он у нас тут выберется. Давайте не повозим даже. Немного. Колесами. И давайте вот без помощников, насколько он поедет у нас. Может, зароем его заодно еще чуть-чуть. Ну, как мы видим, без помощников он продвигается, конечно, чуть-чуть, но уже не очень хорошо. Включаем дифференциал, в общем-то, ничего не меняется. Полный привод. И вот он у нас уже поехал. То есть из грязи можем вполне выбраться. Ну, конечно, с прицепом я не пробовал, но мне кажется, с прицепом может тоже выберетесь. Хотя в этой игре прицеп это что-то нечто. С ним ездить просто невозможно. Разве что по ровной дороге. Так, повышенную попробуем. Раскочегаруется. Ну, в общем-то, едет так. Хорошо. Звук. Звук у нас свой, я так понимаю. Анимация переднего стекла присутствует тоже. Анимация кабины, как мы видим, тоже присутствует. Что у нас дальше? Ну, анимацию подвески я отсюда как такую не вижу. Просто ее не видно. Может, она и есть, может, и нет. Не знаю. Так, теперь перемещаемся на склон. Будем сейчас забираться. Так. Потихоньку убираемся. Да, вполне хорошо у нас. Кстати, дайте маячки, может, еще поставим. Так. Маячки поставили. Да, вполне хорошо забрался наш грузовик в гору. И обратно быстренько покатился. И давайте скатимся тогда прямо в озеро. Да, грязь отличная.
липнет к нам. Покатаемся по озеру. Хотя оно, в общем-то, совсем не глубокое. Поэтому делать нам тут нечего. Тут, не знаю, разве что легковушку можно потопить, да и то. Не очень. Так, на машине у нас, кстати, 27 регион номера. Что еще можно сказать? Вроде бы все посмотрели. Разве что какой-нибудь прицеп прицепить, хотя сердечную тележку. Но как видим, вот у нас уже сразу же потише начал ехать. Конечно, я там еще на дерево наехал. Но все-таки. А, по ровной дороге разгоняется. Вот и все. Всем спасибо за внимание, ребята. Ставьте лайки данному видео, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, оставляйте свои пожелания дальнейшему развитию канала. Вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки в описании.